Всем привет! Наверняка вы не раз замечали интересные знаки на упаковках продуктов и, возможно, задумывались, что же они означают. Оказывается, эти символы имеют большое значение в производстве качественной продукции, а называются они знаками экшера. Экшер – это особый знак, который подтверждает кошерность продукта и высшее качество изготовления. Организации, которым разрешено ставить подобные знаки, проходят серьезную проверку на качество и соответствие правилам производства продукта. Требование экшера – это требование к качеству выпускаемого продукта и, соответственно, к качеству сырья. Поэтому линия, на которой планируется производить подобный продукт, принудительно очищается, так чтобы исключить возможное попадание даже самой маленькой доли посторонних веществ, то есть это полностью чистое производство. Если же оборудование не может быть очищено, то продукт не может быть произведен. Точнее, этот продукт может быть произведен, но на нем не будет стоять соответствующий знак. Также необходимо знать, что продукты экшера – это обязательная польза для нашего организма. В соответствии с правилами, вся пища подразделяется на три типа – мясную, молочную и нейтральную. Сам по себе знак экшера не означает гипоаллергенность, за исключением продуктов с пометкой «нейтрально». В таких товарах нет ни одной доли продуктов, которые содержат молочные или мясные ингредиенты. Организаций по выпуску и сертификации продуктов экшера существует очень много. Самый распространенный знак – это U и OU. Его можно встретить на продукции Coca-Cola, Nestle, Heinz и других товарных знаков. На то, к какому типу принадлежит продукт, указывает маленькая буква с правой стороны знака. То есть OU – это не содержит мяса или молока, нейтральный продукт. OUD – это молочный продукт. OUM – это продукт, который содержит мясо либо мясные ингредиенты. OUF – это продукт с рыбными ингредиентами. Так кому же все это нужно? Во-первых, людям, у которых аллергия на молоко или мясо. Продукт с пометкой «нейтральный» можно смело употреблять в пищу и при этом быть полностью уверенным в его безопасности для здоровья. Также это необходимо к тем, кто сидит на диете или активно занимается спортом. Продукты такого типа будут прекрасным дополнением к рациону. И напоследок, это нужно тем, кто просто хочет быть уверенным, что покупает полезную еду самого высшего качества.